Всем привет, с вами Иван Бер, и я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы обсудим с вами одно упражнение, которое очень хорошо прорабатывает бицепс. За более чем 20 лет тренировок в зале я ни разу еще не видел, чтобы хотя бы один парень пришел и тренировал что-то другое. Все приходят и тренируют бицепс. И в этом нет ничего удивительного, ведь руки – это та часть тела, которая прежде всего бросается в глаза. Если вы, конечно, не стоите задом. Ну или если вы не в куртке. Однако, почему мы будем сегодня рассматривать только одно упражнение? Дело в том, что все упражнения на бицепс вы наверняка уже видели и знаете технику. И дополнять здесь что-то еще, ну, мне бы не хотелось. Но есть одно упражнение, которое довольно-таки редко используется, хотя является очень эффективным. Оно является многосуставным. Пожалуйста, запомните, многосуставное, не базовое. Вообще такое понятие, как базовое упражнение, оно давно устарело. Пожалуйста, забудьте о нем. Эй, парень, банки накачанные нужны? Давайте разберем технику выполнения упражнения. Ноги на ширине плеч. Плечи отводим назад. Таз также отводим немного назад. При сгибании рук локти отводим максимально назад. Техника очень простая, но к ней нужно привыкнуть. Редко кому удается с первого раза сделать правильно и распределить нагрузку на рабочую группу мышц. Делайте это упражнение регулярно, и оно с каждым разом будет получаться все лучше. Итак, технику мы разобрали, надеюсь, вы все поняли. Теперь пару советов. Прежде всего, хотелось бы сказать то, что данное упражнение, поскольку оно является многосуставным, его необходимо выполнять первым из списка упражнений, которые у вас есть в этот день на проработку рук. Второе. Не используйте большие веса. У вас не должно быть читинга, у вас не должно быть резких движений. Вы должны выполнять это упражнение достаточно медленно. А это можно будет сделать только с тем весом, который... вам по силам. Несмотря на то, что форма бицепса в большей степени зависит от генетики, это совершенно не значит то, что мы не можем сделать наши руки более объемные. Пожалуйста, используйте данное упражнение правильно, и тогда у вас будут именно такие руки. Ну и в завершение хотелось бы вам напомнить то, что мышцы растут только при профиците калорий, то есть когда ваш организм получает необходимое количество калорий от белков, жиров и углеводов. Пожалуйста, питайтесь правильно, и тогда у вас будут нормальные накачанные мышцы. На этом у меня все. Надеюсь, эта тема была для вас интересна. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если нет, дизлайк. Если у вас есть какие-то вопросы и пожелания, оставляйте их в комментариях. Спасибо вам.